Итак, мы приехали в Гент. Здесь, оказывается, сегодня первый день традиционного ежегодного гентского фестиваля, который длится одну неделю. И мы погуляем по городу и посмотрим, что это за фестиваль, какие тут искусства показывают народу. А сейчас я стою на фоне железнодорожного вокзала, здания железнодорожного вокзала. Так выглядит Гент. Народ катается на лодках. Походный туалет на улицах Гента. Последнее слово науки и техники. Центр Гента, конечно, просто сказочный, но фестиваль нам все испортил. Гобелены. Магазин гобеленов в основном в Генте. Сначала нужно 59 ступенек забраться на первый этаж, а оттуда лифт. Информация о колоколах, которые здесь висят. Это вот колокол самый большой и машина, которая его в действие приводит. А нам туда. Это вот дракон, который стоит на башне Белфорд, на которую мы сейчас будем забираться. Это одна из достопримечательностей Гента. Этот дракон стоял раньше, вернее, на башне, и его сейчас заменили на нового.
а этот был сделан в 1313 году. Здесь же на башне находится музыкальный барабан, который дергает за ниточки и производит звук колоколов. Вот это он. Сложное устройство. Решили рискнуть и попробовать местную еду, какая-то сладость, которая называется кубердон. Кубердон. Купили 5 штук на 2 евро. Пробую. Внутри жидкая такая субстанция, типа сиропа. А снаружи покрыто что-то на вроде
карамели, но мягкой карамели, сахарной. Ну, сладкая. Такая, чаем бы пошла. С молоком тоже. Все. Народ в Генте в пятницу, а сегодня пятница, отдыхает. Ну и плюс фестиваль. Прямо в центре, ну, практически рядом с центром историческим Гента находится настоящий средневековый замок. Не реставрация, а оригинальный. Народ вот так вот просто сидит и трапезничает. Закончилась наша сегодняшняя программа экскурсии по городу Генту. Краткое резюме. Городишко очень-очень-очень приятный. Всей нашей семье понравилось. Центр города просто великолепен. Такой средневековый. Сохранился в первозданном виде, можно сказать. И в целом, если вы будете в Бельгии, наши рекомендации: Гент нужно ехать. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!